Анатолий Попко допивает свой утренний кофе. Ему, как и каждое утро, пора отправляться на работу. Он прощается с маленькой дочкой и направляется в метро, совсем для него небезопасное. Когда выхожу из вагона, я должен чутко прислушиваться. И двигаться дальше мне нужно очень осторожно. Это путешествие требует мужества. Потому что Анатолий лишен зрения. Он ослеп еще в детстве. Исторически в России людей с инвалидностью отправляли жить в специальные дома, как этих слепых детей на кинокадрах начала 20 века. Там дети приобретали определенные трудовые навыки, но их жизнь была очень ограничена. Сегодня их социальная изоляция продолжается. Слепые люди и могли бы получить хорошую работу, но часто занимаются неквалифицированным трудом. Как вот эти работницы. Они собирают лампочки на московской фабрике. Анатолий убежден, что в сложившейся ситуации помогут новые технологии. Он работает во Всероссийском обществе слепых. Новая компьютерная программа способна распознавать голосовые команды и помогает слепым людям получать из интернета практически любую информацию. Анатолий хочет изменить ситуацию в России не только для слепых, но и для всех людей с инвалидностью. И, похоже, его мечты потихоньку начинают сбываться. Москва заявила о том, что к 2020 году станет городом без барьеров. То есть все общественные здания и сооружения станут доступны для инвалидов. В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН о правах людей с ограниченными возможностями, а в этом ратифицировала ее. 10 месяцев назад у Анатолия родилась дочка Полина. Молодой отец несет ответственность за ее будущее. В душе он надеется, что она будет такой же независимой, как и он.